Ну, здравствуйте, господа, опять. Значит так, включаем блочок, помещаем ответную герметизированную часть с резиночкой. Теперь появился индикатор, как вы видите, индикатор включенного состояния. Закручиваем до упора, силикон я жидкий пока заливать туда не стал, но это уже в каждом говорится, кто топит доблестно приборы, силикон нужен. Теперь дальше, блок уже подключен, вот подключены наушники, подключен выход самому прибору. Переводим на положение. Ну давайте положение слова пока. Так. Теперь убираем катуху. Выставляем пороговый уровень. Так. Все, убрали, да? Ну а теперь переходим к нашим тестам. Алексей, а помоги, пожалуйста. Сейчас еще пороговый уровень убираем. Поскольку чувство. О, все, нормально. Отлично. Ну, бери линейку. Давай смотреть. Двадцать, 19, да? Да. Громкость сигнала, соответственно, увеличилась. Для нормальной работы под водой. Ну, 20,5. Так, запишем 20,5. Значит, с блоком. Пишем катушка стандарт. Где-то 20,5. Теперь дальше. Берем наш любимый медальончик. Золотой. Три где-то, да? Да, 3 сантиметра. Еще раз, 3, да? Может, 3. Чуть побольше даже. Да, еще 0,5 сантиметра можно добавлять, линейка мне от 0 начинается. 3 сантиметра, что? 3 сантиметра. Так, пишем 3 с блоком сантиметра. Без блока 3, было? 0. Без блока было 1,5. Так, теперь дальше поехали. Берем сережку. На удивление, что слабо проводит катуха. Для меня, честно, самого было это удивление. Два с половиной. Да, 2,5. На 3 уже. Ну, то же самое, короче. Угу. Ладно, запишем то же самое. То есть 2,5. С блоком. 2,5. А с блоком то же самое. Ну вот, теперь дальше. 10 копеек. Здесь чувствительность такая же. Железная 10 копеек. Десять с половиной. 12. Четко. 12 четко. 14. Не, 15 уже не берет. 15 не берет. 14. 14,5. Так, пишем 14,5. Сколько у нас тут было? 10. Ну, существенно. Без блока было 10. Да, а на фольгу вообще капитально. Так. Теперь, уважаемые господа, поставим катушку 3 на 7. Вот. Да, вот эту, да.